Во Владивостоке прошла пресс-конференция в преддверии четырехдневного проекта «Авангардисты Владивостока». В качестве основной цели фестиваля не только развить город с туристической точки, но и удержать, привлечь жителей в дальневосточную столицу. Приехать к нам, увидеть достаточное количество смыслов и остаться жить здесь. Для меня задача крайне простая. Город интересный, город активный, город-порт. Мне показалось, что те цели и задачи, по которым мы объединились, они откликаются в душе у многих. С 10 по 13 октября пройдет ночной маркет в Кёрлинг-центре, мастер-класс от московского художника, бранч с мишленовским шеф-поваром, световое шоу, фотовыставка «Город ветров» и арт-инсталляции «Дисковый ветер» и «Путь ветра» в Нагорном парке. Идея проекта была предложена основателем сети грузинских ресторанов. Я еду куда-то, вдохновляюсь и все сюда тяну. Знаете, как белочка орешки в свой дом и пытаюсь что-то применить. Я всех, кого знаю, кого-то классно, я всегда привожу в Владивосток. По словам куратора проекта «Авангардисты Владивостока» Марины Глуховой, в фестивале участвует уже более 80 человек. По ее мнению, такое сплочение людей в сообщество позволит создавать еще больше интересных и важных проектов для Владивостока. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Вероника Федорцева. Новости на Восьмом.